В администрации Люберец вручили сертификаты на приобретение собственного жилья детям-сиротам, которым исполнилось 18 лет. Выбирай, организовывай свою жизнь. И, конечно, это старт. Вы еще совсем молодые, но первый свой угол, как так можно назвать, первая квартира, первое жилье. Дальше, конечно, это все будет только развиваться. Я желаю вместе со всеми, чтобы вот это первое жилье потом, конечно, уже переросло в двух, в трех, в пятикомнатную, которую вы сами себе уже заработаете и при расширении семьи выберете. Поэтому самые добрые пожелания. Спасибо. Говоря 2023 года в Московской области выдают государственные денежные сертификаты детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В Люберцах документ вручили двум девушкам и юноше. Теперь они смогут самостоятельно выбрать и приобрести в собственность жилье в Подмосковье. За прошлый год квартиры смогли купить 10 детей-сирот.